Георгий Караханян прокомментировал свой бой против Тимура Нагибина. Напомню, что Караханян победил дисквалификацией соперника за удар после гонга. Прежде чем выбросить Нагибина в мой чулан, наравне с остальными победами, а их уже было 29, я хочу, как говорят в России, расставить все точки на «и», заявил Караханян. Первое, то, что сделал Нагибин, не было спонтанно, это было запланировано и было единственным способом объяснить свое поражение. Мол, я не проиграл, потому что я слабее. Я проиграл, потому что злой американский дядюшка-рефери дисквалифицировал меня. Второй. Я никогда перед боем, ни во время боя, ни после него не сказал абсолютно ничего про его маму. Родители и семья для меня были той красной чертой, которую нельзя переходить. То, что Нагибин заявляет, он просто поступает как тюремная крыса, валит вину на других. Третье. Особое спасибо всем моим фанатам, которые заступились за меня, которые были задержаны ОМОНом из-за меня. Каждый боец мечтает иметь таких фанатов, как вы. Четвертое. Всем, кто презирает меня, пожалуйста, презирайте меня больше. Благодаря вам я зарабатываю кучу денег. Пришел, увидел, победил. Конец. Точка. Вот такое заявление сделал Караханян. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Известный британский промоутер Эдди Хирн, который продвигает на территории Великобритании дела Александра Усика, поведал имена возможных соперников украинца для дебюта в супертяжелом весе. По словам Эдди, для дебюта Саши в супертяжелом весе могут быть следующие боксеры. Это Александр Поветкин, Карлос Такам, Джозеф Паркер, Дилан Уайт и Дерек Чезора. С кем бы вы хотели видеть следующий бой Усика, пишите в комментариях. Бразильский боец Дэйви Рамос после победы удушающим приемом в первом раунде на шоу UFC Fight Night 139 назвал своей целью чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. «Я прошу дать мне бой с Хабибом, потому что на первом месте и является чемпионом», — сказал Рамос после поединка. «Я смотрю на него и не вижу в нем лучшего бойца дивизиона. Я вижу в нем лишь успешного в своей тактике. Он всех валит в партер и там размазывает. Давайте посмотрим, сможет ли он сделать это со мной при моих навыках джиу-джитсу. Я пришел сюда ради пояса чемпиона».